Друзья, всем привет! Идем в мой череночник. Хочу показать вам ведьмовскую розу. 2 года черенку. Так, ой, наступила на бутылку. Сейчас найду место такое, чтобы банки эти в экран не попадали. Посмотрите, какие красивые цветы. Во время первого цветения выгнала вот такой длинный побег, 1,20 м. И вот посмотрите, какие красивые цветы. Так, минутку, снимаю свою розочку. Собираемся косить газон. Ведьмовская роза, друзья. А сейчас давайте посмотрим. Это вербена бонарская. Вот некоторые растения уже почти 1,60 м. Давайте посмотрим на маму, от которой был взят этот черенок. В 2021 году весной, в апреле, я привезла от Кузнецова прививку, зимнюю прививку ведьмовской розы. Это уже 3-е лето. И вот посмотрите, как плохо у меня развивается этот саженец. Видите, вот этот побег, который был при посадке, он стал толстый за эти годы. От него там какая-то веточка. И вот все цвело, вот все эти ветки наросли на одном лишь побеге. Ну и вот вижу, что-то идет. Идет какой-то новый росток. Роза уже подрезана после первого цветения в этом году. И какой чудесный у нее черенок. Чудесно цвел в прошлом году. И в этом году такое чудесное цветение. Очень красивая роза. Цветет лавендер айс на базальных побегах. В этом году мои розы очень... Не очень, а на 2 недели раньше отцвели, чем в те годы. Зацвели они в первых числах июня. Очень красивое растение. Шалфей дубравный, Швелленбург. Цветет уже, ну, наверное, 3 недели. Вот так полегает, но очень красивый цвет. Вот в этой клумбе здесь, в этой части сада, цветет черенок. Ему тоже 2 года, но осенью, прошлой осенью, я его пересадила. Думала, что это Ancient Mariner. А вот мама оригинальная, 5-е лето. И подсадила черенок вместо Tess of the Deberils. Tess уехал у меня к маме. Все в порядке с ним. Перезимовал, цветет. Ну вот думаю, что это не Ancient Mariner, а Оливия Росостин. Мне кажется, вот по листве что-то я напутала. Цветет и даже уже потихоньку отцветает лаванда. Вот такой красивый газон после дождей. Сейчас у нас 12 июля. И вот эти 2 недели почти у нас время от времени идут дожди. И газон, конечно же, восстановился, как ковер. Просила мужа подождать, не косить. Но вот он говорит, все, уже хватит. Надо делать покос. Боскобель отцветает. Ну, потому что поздно зацвела, коротко была срезана. Куст котовника крупноцветкового Down to Dusk. Вот такой он, 1,20 м на 1,20 м, ну, после дождей немножко полег. Набрала снова бутоны Jubilee Celebration, это вот розочка осенью пересаженная. Черенок, ему 3 года. Вот уже 3 года. 2 года было, я его пересадила, и посмотрите, вот он отцвел, и весь как-то неожиданно опять забутонился. Хотя вот из земли там я не вижу новых веток. 3 у меня черенка, которым 3 года.
Вот еще один. Вот они все осенью были пересажены. Ну и есть один, которому уже 4. Вот он выпустил во время цветения вот такой хороший базальный побег. Это все черенки Jubilee Celebration. Видите, какой толстенький. Листва такая немножко салатовая. Но вчера я обработала свои розы Brexil Combi. Brexil Combi добавила биологические препараты. И вот там идет из земли. Ну а взрослый куст оригинальный вроде тоже 2 побежка выгнал. Дербейник эволисный, сорт свирл. Весной в апреле привезла из питомника красный клен. 2 сорта свирл. Вот он и блаш. Блаш еще не цветет. А свирл, посмотрите, какие красивые цветочки. Нежные. Листва точно как у ивы. Вот здесь уже отцвел, конечно же, кустик шалфея дубравного аметист с розовыми соцветиями. Подрезан, вот потихоньку что-то новое выходит. Очень мне понравился аметист. И свирл. Сорт дербейника очень нежный, очень-очень нравится мне, друзья. Высота где-то 80 сантиметров. Это я хочу опять вернуться в свой череночник. Еще раз вам показать. Ну вот, так бывает. Мне нужно срочно снять видео, а мужу срочно нужно было покосить. Ну давайте вот еще раз, друзья, полюбуемся на Wedbush Rose. Посмотрите, какая интересная, нежная, просто хрустальная роза. Очень-очень красивая. Вот как хорошо все-таки у меня развивается черенок. Обязательно его пересажу. Вот туда, возле розочки старый мореход, эту чудесную розу осенью. Пускай нарастает. Вот здесь в горшке черенок Дарси Бассел. Ему 2 года. Golden Celebration. Наверное, годик. Черенок Абрахам Дерби. Вот этим черенкам в основном по 2 года. Неудобно ходить. Маленькая. Маленький совсем у меня огородик. Места мало. Здесь и черенки, и помидоры. И вот там уже огурцы подвязала. Вчера. Позавчера подвязывала. Так, и вот посмотрите, какой чудесный череночек. Ему год. Манстедвуд. Он процвел в первое цветение, когда вот цвели розы в июне. Я даю процветать. И быстренько, посмотрите, выгнал 3 ветки. Все мои друзья черенки цветут. Выбрасывают цветочки и проходят полную стадию своего развития. И я вот наблюдаю со своим череночным царством. Несмотря на это, они очень-очень активно развиваются, выгоняют ветки из земли. Вот здесь, так, это у меня очень хорошо черенкуемая Lady of Shalott. Вот этим черенкам год. И вот здесь, посмотрите, это цвела Lady of Meggins. Здесь еще один черенок. Посмотрите, какие крупные бутоны. Golden Celebration. Вот это, скорее всего, старый мореход. Очень похоже по листве. И вот какие огромные побеги. Видите, 1,20 м. Lady of Shalott. Она процвела не весной, а в июне месяце. И вот, посмотрите, выдала 2 побега. Но это говорит о том, что если розы цветут,
И мы даем им процветать. Это не значит, что тормозится развитие. У Роз Остина, друзья. Вот это, скорее всего, тоже жена поэта. Почему тоже? Потому что все-таки, когда мы черенкуем, я в прошлом, позапрошлом году подписывала вот эти вот свои бутылки. Вот так. Но это не совсем хорошо. Почему? Потому что если вот какая-то такая погода весной, когда оттает снег, вот эти бутылки, они не так крепко, получается, уже закреплены, и какой-то ветер, и они могут, их может снести ветром. И потом путаница. Поэтому нужно ставить вот такие какие-то меточки. Я покупала пластиковые ножики и подписывала. Кто здесь? Здесь тоже, по-моему, Lady of Shalott. А вот это, друзья, Spirit of Freedom. И, по-моему, это осеннее было черенкование. По-моему, так, в этом месте осенью. Тогда еще нету даже года. Вот он, мой Spirit of Freedom. И вот видите, вот такая ветка сантиметров 50. Она еще не цвела. И вот она выдала из земли. Видите? Ну вот так вот я срываю траву. Травы у меня, сорняков, очень-очень мало. Особенно в этом году, когда была засуха. Ой, колол меня спирит. Кстати, мне очень помогает от раны, вот от уколов шипами, солевой раствор. Столовая ложка на стакан воды, можно чуть меньше соли. Горячая вода, вот насколько можно терпеть. Ну, моем, конечно, руки, можно чем-нибудь помазать, хлоркексидином, либо же вот перекисью. И опускаю в этот солевой раствор. Моментально у меня все проходит. Даже если какая-то вот ранка такая воспаляется, очень хорошо. Вот я вам советую. Уже много лет я спасаюсь. Ой, опять пришла к Ветвуш Роуз с солевым раствором, друзья. Ну, вот здесь рассаживала черенки шалфея неизвестного сорта осенью. Вот такие кустики наросли. Какой огромный у меня мискантус китайский каскад. Это мискантус зебринус. Обрезала, вырезала старые ветки у принцессы Маргарет. Она выдала две ветки вот так вот пониже и одна вот подальше от земли. Но у нее какие-то вот старые ветки очень такие нехорошие, какое-то цветение. Цветение не совсем обильно, как вот у других розоводов. Как видите, некоторые розы у меня еще стоят вот так не обрезаны. В этом году я провожу такой, ну, эксперимент, наблюдение, может быть. Почти в конце цветения, но еще были розочки на кустах, я стала их подкармливать. Подкормила первый раз травяной бродилкой, травяной настой. Это было 22 июня. Под корень. И через 10 дней кристаллон. 18, 18, 18. Это для того, чтобы спровоцировать нарастание базальных побегов. Советуют опытные розоводы. И вот Тимофей, правда, он говорил подкормить именно чем-то вроде кальциевой селитры, либо же мочевиной. Ну, и вот я решила травяной бродилкой и кристаллоном. Ну и какие мои наблюдения, друзья? Не все розы. Вот не все. Вот, допустим, Lady of Meggins, она не гонит ни базальных побегов, ни из пазух листьев. Она, конечно, попозже у меня цвела других роз, все равно. Нет никаких у нее приростиков. Очень мне понравилось, как показала себя розочка Golden Celebration. Она выгнала мне, наверное, 6 побежков. Посмотрите. Что-то вот как будто бы совсем там
из земли пару веток, а что-то от нижних почек старых побегов. Очень активно так стало нарастать. В прошлом году она мне не выдала ни одного побега нового из земли, вот или же от, не знаю, от нижних. От нижних почек старых побегов. Хорошо нагнала побеги, и вот, как видите, уже такие бутоны ко второму цветению. Golden Celebration. Это очень-очень как-то. Не знаю, может быть, все-таки именно этому сорту понравилось. Вот такая подкормка без обрезки. После того, как она стала выгонять мне из пазух листьев, и уже хорошенько так показались, и стали прирастать нижние побеги толстенькие, я ее, друзья, обрезала. Golden Celebration. Ну вот здесь, видите, так уже красиво цветет вербена бонарская. В некоторых местах она повыше. Вот этот, вот эти растения, наверное, 1,50 м. На 1,50 м точно будут. И такой момент, друзья. Я вербену бонарскую никогда не прищипываю. Ни во время выращивания рассады, ни после того, как я ее высадила в открытый грунт. У нее останавливается точка роста. Вот этот побег, который очень важен. А вот он. Ну, кто высаживает это растение как вертикаль, такие тонкие, жесткие побежки, вот с такими красивыми соцветиями. Но на экране они сейчас более розовые, а так они сиреневого цвета. Это еще не полное раскрытие. Она цветет, наверное, вот недельку. Вербена бонарская. И постепенно из пазух идут новые. Новые вот эти вот цветоносики. И, кстати, вот розочка Дарси Бассел. Посмотрите, как она ежиком закустилась новыми ростками. Вот выгнала. Ну, в общем, друзья, может быть, это и неплохой способ. Жена поэта выгоняла свои побеги еще во время цветения до этих подкормок. Кстати, цветочек у розочки жена поэта наблюдала за отдельным цветком в жару, когда у нас в июне было очень жарко, на солнце около 40. 5 дней, ровно 5 дней держится цветочек. The Poet Wife. Тоже на тех побегах, которые позже наросли, вот так доцветает леди Эмма Гамильтон. Ну и вот навыгоняла мне новых побежков красных таких. Где-то там из земли. Я немножко ее почистила. Повырезала веточки ненужные после первого цветения. А вот Чарльз Дарвин. Очень красивая роза. Хорошо, кстати, черенкуется. Как видите, вот они, необрезанные. Необрезанные цветочки. Отцвевшие коробочки. Позже она цветет. И смотрю, ну вот. Вот один какой-то там побег идет. Ну, не знаю, мне кажется. Может быть, он бы вышел и при обычной подкормке с обрезанием. Ну и потихоньку вот из пазух листьев идут ветки, идут ростки. Леди оф Шалот уже в бутонах ко второму цветению. Она у меня зацвела 26 мая в этом году. Очень-очень рано. Ну и эта роза, которая стала выгонять, снова мне, видите? Внутри куста навыгоняла новых побегов еще до всех подкормок. Это очень активный сорт. Ну вот так, друзья, выглядит мой сад. Вот уже скосили, покосил муж траву. Вот так она выглядит после покоса. Не люблю я это все. Я люблю, когда трава отрастет и немного даже приминается. Вероника, лаванда, колокольчик. Очень мне нравится эта клумба. Вот. И котовник.
Котовники, кстати, я еще не срезала. Вот этот нежно-розовый. Down to Dusk, что я вам показывала. Вот он. Внутри куста, посмотрите. Уже идут новые побежки. Ну, в общем-то, мне он нравится. Такое красивое, интересное ажурное растение. Нужно просто находить место правильно нашим многолетникам, чтобы они хорошо смотрелись в саду. Это Six Hills Giant. Доцветает, но вот эти остатки цветения все равно как-то украшают сад. И вот мне очень жалко срезать. Это Six Hills Giant. А вот это Walker's Law. Очень красивая. Ой, зацепилась. Что за день сегодня? Чуть не упала. А вот это лаванда. Но тоже цвет сейчас вечер не совсем правильный. Она более такая грязная. Не грязная, а сиренево-фиолетовая. Но на экране как-то поярче. Это вот из семян. Кстати, у меня есть сорт, который я покупала в Процветке. Хит-код. Сейчас давайте посмотрим. Вот он. Это уже второе лето, но осенью я его пересаживала. Он рос в другом месте, но уже цветают. Как-то вот в этом году намного быстрее у меня все почему-то. Хотя лаванда стала раскрываться, когда у нас стали эти дожди, пошли дожди. Мне казалось, она как-то подольше будет. Очень такой невзрачный кустик. Должен быть до 80 сантиметров, но по сравнению с моими кустами, которые я вырастила из семян лаванды, то она такая очень пока скромная. Но может быть в следующем году. У нее короткие вот эти соцветия. Коротенькие такие, не длинные. И это довольно-таки темный был цвет. Вот, хит-код. Здесь у меня колокольчик и суп. Тоже из семян синецветковый. Такой приятный синий-голубой цвет. А здесь немножко сиреневый уходит. И розовенький. Он позже зацвел. Я его в прошлом году осенью сюда пересадила. Но вроде так все с ним в порядке. Но пока вот цветение такое слабенькое. Вот показываю свою скошенную дорожку газонную. И какое еще растение хочу вам показать. Вероника привозила из питомника красный клен в прошлом году, летом, растение. Вероника Блауризен. Вот она, друзья, какая. Цвет не тот. Цвет у нее синий. Такой синий. Синий-синий. Сиреневый чуть-чуть, что ли. Вот. На экране он такой фиолетовый. Нет, больше в синеву. Очень интересное соцветие. Но вот, как видите, это всего лишь один побег. Высотой 40 сантиметров, не больше. А должен быть куст до 80 сантиметров. Шалфей срезан. Это уже соцветие из пазух, которые наросли и вот так вот цветут. Ну и вот такой кустик Вероники розовый. Такой нежненький, невысокий. Нужно мне его рассадить, куда-нибудь еще подсадить. Что же я хотела вам еще показать? Что-то же я хотела... А, вот. Вот дербейник иволисный сорт Блаш. Вот, видно. Еще никак не раскроются вот эти соцветия. Вот эти два сорта Блаш и Свирл с нежными розовыми цветочками. Свирл, ну такой уж красивый. Очень мне нравится. Ну посмотрим, какой будет Блаш. Вот это основной куст. Я от него отделяла деленку. Очень тяжело отделялась. Вот какая-то веточка отломалась. И посмотрите, два побежка. Они высокие и уже с такими цветоносами. Зацветает Лиатрис, я так думаю. Уже на следующей неделе, а может быть еще к концу этой
Сегодня у нас, кстати, 12-е. И что у нас за день? Среда. Среда, друзья. И еще одно растение, которое я пересадила осенью, это перовские. В процветке заказывала это растение. Получается, оно цветет второй год. Место было не совсем удачное, и осенью я его пересадила вот сюда. Когда пересаживала в сентябре месяце, наделала черенков, нарезала по две пары листьев. Над одной парой сантиметрик и над второй сантиметр. И вот эту нижнюю заглубляла. Все под бутылки. Вот эти бутылки, где у меня розочки черенкуются, закрывала крышкой. Бутылка стояла до мая месяца, до июня месяца. Было 10 черенков, получилось 3 растения. Но это тоже очень хорошо. И когда у нас пошли дожди, это вот был конец июня, я выкапывала с комом земли. Там были уже корешки, вот прям ком земли держала и пересадила вот сюда. Вот одно, сантиметров 40, даже вот такой цветоносик уже появляется. Вот это поменьше. И вот такое хорошее. Хорошо стал развиваться черенок. Так что, друзья, черенкуйте. Осенью черенкуйте под бутылки. Ну, сейчас, конечно, мы черенковать не будем. Оно же только начинает свое цветение. Вот они, нежные цветочки. Сейчас это, наверное, около метра. Так. Планирую здесь композицию. Массивом будет перовские. Вот в ту часть сада подсажу. Подсажу пару растений. Я думаю, будет хорошо. Ну и вот буду с вами прощаться. И снова покажу вам очень понравившийся шалфей дубравны Швейленбург. Очень похож на стельбу, да, друзья. Он себя неплохо держал. А потом как-то так потихоньку-потихоньку стал вот так вот прилегать. Его нужно как-то, ну, находить ему место, поставить, наверное, какие-то палочки подвязать. Ну, пока у меня вот так поставила камень, думала, что поможет. Но особо нет. Но с камнем краше. Какой-то такой интересный камень нашла у себя в саду. И очень красиво сочетается этот шалфей вот с такой гейхерой. В этой гейхере в листве есть оттенки цвета Швейленбурга. И, кстати, тоже случайно, гейхера случайно. И вот лук круглоголовый, наверное, да, называется. Вот тоже цвет очень-очень схож. Но у меня почему-то этот лук совершенно не держится. Вот так вот валяется. Не знаю, в чем причина. Смотрела у других блогеров. Красивенько так, ровненько стоял. Себя держал. Тоже, кстати, очень красивый цвет. Вот этот цвет в саду, он редкий. Поэтому, кто его ищет, друзья, покупайте. Шалфей Швейленбург. Ищите возможность, чтобы это растение красиво как-то себя держала, хорошо себя показала в саду, и вы останетесь довольны. Я довольна, мне очень нравится. Вот нравится и все. Все, друзья, всем всего хорошего и до новых встреч.